А, вот. Танцы. Друзья, три этажа вперед, расходимся. Затем свой жюри огласят нам результаты. Задерживаются главные люди. У нас есть включение, да? Вы заметили, какие у нас сегодня красивые если модели? Да? Классы все постарались, это я хочу отметить, разумеется, мы это видим. Сколько много идей.
работают нашим участникам, чтобы получить в итоге вот такие замечательные костюмы. Вы согласны, ребят? И очень красивый. Сама Леди Гага даже к нам прилетела из Америки. Сегодня она загадочная, очень темная. Леди Гага. Алла Герсей, оказавшийся вдруг директора модного дома Dior, я думала, Бушанель, простите, не ошибалась. Замечательными моделями, которые завоевали президентские симпатии, это ответит наша жюри. Давайте поприветствуем еще раз 10-й класс. И личная платье 9-го А-класса, которая так грандиозно продемонстрировала Димбау Анна. Я вам напоминаю, аплодисменты. Человек, который продемонстрировал замечательный и очень такой оригинальный костюм. Мы фотографируем. Итак, друзья мои, баллы подсчитаны, и мы готовы огласить результаты. Я предоставляю слово Лукьяновой Александре, председателю жюри. Четвертый Б, 10 баллов, высшая оценка. Пятый А, 8 баллов. Пятый Б, 3 костюма, 7 баллов и по 5 баллов за 2 последние. Шестой А, 10 баллов у балерины и 9 у Пакира. Это не окончательно. Ребята, нам будут вручаться дипломы, это только мы предварительно оцениваем. Шестой Б, 5 баллов за деловой костюм и 4 за современный. Седьмой А, 10 баллов. Итак, готовы объявить окончательные результаты. Итак, диплом. Награждается 9-й А-класс. Номинации «Приз зрительских симпатий» в проекте «Подиум». Представители 9-го класса. Девочки, диплом «Приз зрительских симпатий». И первое место 9-й А-класс завоевал тоже. На воле хорошо секрет. Вручается 10-му Б-классу. Диплом. В первой степени первое место присуждается 4-му Б-классу. Модель Герасимова Варя за смелость и качество работы. Награждается 10-й Б-класс за оригинальность идеи. Диплом. Награждается 9-й А-класс за профессионализм и красоту. Первое место. 9-й А-класс. Анжелика и король, Анжелика и еще кто-то. Диплом 6-го А-класса награждается за шарм, профессионализм и очарование. Первое место. Награждается 7-й А-класс за качество образа и легенду. Спасибо всем участникам, остальные все друзья и конкурсанты. Вы, может быть, не победили, но всем понравилось. Все заняли второе место, и это тоже результат.
потому что ваши работы оригинальные, творческие и лучшие. Аплодисменты! Итак, дипломы вручены, баллы подсчитаны, результаты оглашены. Проект «Подиум» сезона 2011-2012 года подошел к концу. Ребята, я хочу поздравить вас вместе с нашими участниками с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелать вам хорошего настроения, улыбок, счастья и радости, конечно, успехов в учебе в новом 2012 году. И до встречи!